щелку. Так, щелкунчик пока здесь стрял немножко. Нет, так, Миракл с ННСом. Ой, ульта плохая от Миракла была. Сейчас пытается играть по Ананасику, его забирает. Он все еще может наносить урон. Скачок задавай. А не было. Он мог прилететь, скачать здесь. Приезжает. Все, он приехал. Хороший рун! О, без движения, какой прекрасный был подводитель здесь. ННС, конечно, может погибнуть. Ананас. Минус. У него есть реквием, и он будет играть, забирать игроков. N19. Выполняет свои функции. То есть вот если бы... Опа, здорово. Номас сейчас играет. Пальголуп! Нет, без движения дает Номас. Номас погибнет или нет? Появляется ННС. Не попадается Ми Соник Вейвом и Номас. Могут и не догнать, кстати. Есть еще барджамп. А, есть. Через будет подброс, еще Номас развернется. Соник попадает, Номас разворачивается. Удар по ННСу, но не смог его добрать. Постоянно нужно как-то их доджить. Неприятно. Пожар уже потерял. Опа! Ого! Жестко тут играет М19, не хотят отпускать ситуацию. Идут вперед. Супер Мега Инферно был вне лучшей. Но какой подброс был очень важный. И Вальгалу забирает. Он никто даже чинит. Оу, Ясу тоже зарезал. Номан зарезает всех вместе с гаджетом. И команда Unicorns of Love принимает М19 на их собственной инициации и ведет эту игру к логическому завершению. Выходит 4-0 за первые две недели. Даймонд на центральную линию хочет зайти. Это трипл ганг. Будет Эдвард тоже здесь. Босс выходит. Хотя пока что еще нет, однако подтягивается Эдвард сам. Босс еле-еле прожимает скачок. После этого она сыграет по Синкаксу. Будет ли еще резонирующий удар? Синкакс, скачок пока что не прожимает. Играет довольно-таки здорово. Гаджет раздает урон. Подходит сюда с телепорта. Это первая кровь от Ананаса. Не мог драку продолжать, а Ананас чуть-чуть. Ой, какой неплохой. Ананас играет слыша. Сантас очаровывает Даймонда. Он не прокает дрожь земли. Даймонд. И очень долго выходит Даймонд. Ананас его переигрывает. Тачанка, обрыв, но Палестину, Даймонд. Раз выходит, Мерков у него... Победа либо супер уверенная, потому что, ну, на самом деле наша команда лучше, чем они. Мерков у него нет, и Даймонд стревает. Почему такое плохое позиционирование сейчас было от Данила? А потом второй кинул... Инициация от Юникорна. Ну а чем они... Все так, крут будет, вешка работает, хороший кик, Даймонд рядом. Будут ли продолжать играть, но только один лодик без Синкакса покажет, пытаются доиграть, доигрывает он Даймонд Прокс. Целой своей жизни, скорее всего, будет это делать. Синкакс врывается один, зачем? Пытается на стенке разворотить, что будет делать дальше, пока не ясно. Пытается сдоджить хотя бы войну, война расстреливает, ульта идет, а нет, не идет. Подкидывание от Синкакса, но ульты-то не было. Конечно. Имеет 4к хп, его подтягивает только один лишь Докси. Нобот полетел играть с ульты. Ясу ставит хорошую стенку от Орда, пытается инициировать Сантос, но только вбили ряд. Ульта Зикса лишь по двоим, неудачная, и Докси погибает слишком рано, Йола разворачивается. Йола могут сейчас эту драку полностью перевернуть, ну да, Синкакс ловит здесь контроль, это, скорее всего, конечное для Гамбит. Минус Даймонд Прокс, это будет минус Синкакс. Задамажила, гаджет будет соло доделал дракона. Синкакс пытается чудо сотворить, разыграть еще немножко. Залететь либо под стягивание Орна, либо под W Зикса, в том числе Орн танкует достаточно долго. Три дракона Йолы взяли, Докси без позиции. Сбоку находится Номас, который может скоро... Ой, ульта Зикса опять слабенькая. И ульта Зикса слабенькая, на этом Йола, собственно, будет заканчивать просто эту игру, мне кажется. Ну, без шансов. До свидания.